В Волгограде пенсионер оказался под колесами КамАЗа. Грузовик сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе. Мужчина переходил оживленную дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В этот момент за его спиной на перекресток выехал грузовик, который стал поворачивать налево и сбил волгоградца. По предварительной информации, 37-летний водитель за рулем КамАЗа при повороте налево совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу слева направо, рассказали в региональном главке полиции. Врачам не удалось спасти пенсионера. Несколько дней медики боролись за жизнь пациента, но травмы оказались смертельными. 15 ноября волгоградец скончался в реанимационном отделении больницы.